Для полного счастья многодетной семье Бурыловых не хватало только квадратных метров. И вот, благодаря программе «Молодая семья», супруги получили сертификат на социальную выплату в размере более 1,5 миллиона рублей. Средства Бурыловы планируют потратить на строительство нового дома. Его фундамент уже готов. Многодетная мама, 4 детей. Вот проживаем в Курышеме. Получили очень по хорошей программе по молодой семье сертификат. Очень нам пригодился. Начали строительство нового дома, большого дома для нашей семьи. Проект будущего дома супруги обсуждали заранее с подрядчиками. Что, из какого материала и в какие сроки будет исполнено? Я объехал немало фирм. Ну, оказалось, что их очень мало, которые очень адекватные, с которыми можно действительно посидеть и за чашкой чая, то есть обсудить все нюансы. Многие специалисты к этому были не готовы просто, и мы от них отказались, то есть и выбрали самую адекватную фирму, то есть и по стоимости, и по качеству. Новый дом планируют построить за 2-3 месяца. Общая площадь дома 200 квадратных метров, жилая 80. Семье из 6 человек будет комфортно. Мы находимся на земельном участке, на котором производится строительство жилого дома по программе «Молодая семья». Вот. На данный момент возведен фундамент жилого дома, и в ближайшее время, то есть до конца декабря, мы планируем поднять уже коробку дома. С 2012 по 2018 год по программе «Молодая семья» была оказана поддержка в решении жилищного вопроса более 6000 молодых семей Прикамья. Чтобы сократить сроки ожидания выплат, увеличили финансирование региональной программы по 10% выплат на 150 миллионов рублей. А в этом году количество семей, которые смогут получить социальную поддержку, увеличилось сразу на 600. Эффективно стартанули в этом году за счет того объема средств, который был увеличен на краевое направление. У нас более 1700 молодых семей в этом году смогут улучшить жилищные условия. Это, конечно, существенная цифра, потому что если мы сравниваем, например, там 2016 год, то это 300, 400, да, то есть совсем другая история. В общей сложности с федеральным и региональным направлением ежегодно более 2000 молодых семей смогут улучшать свои жилищные условия. Безусловно, программа очень эффективна, она реально работает. Мы видим реальный результат. Стать участниками программы могут молодые люди до 35 лет. Им нужно собрать пакет документов и обратиться с заявлением в Министерство социального развития. Программа поддержки молодых семей крайне востребована в нашем Пермском районе. В этом году у нас 30 молодых семей получают сертификаты. Из них 17 семей получили сертификаты на 35, там от 30 до 35%. И еще 13 семей получают на 10%. То есть всего в этом году только в Пермском муниципальном районе порядка 15 миллионов рублей будет потрачено на эту программу. Общий объем средств для предоставления социальных выплат в размере 10% расчетной стоимости жилья в 2020-2021 годах составит более 500 000 000 рублей ежегодно. В результате за 3 года выплату получат почти 7000 молодых семей. Кстати, Пермский район один из лидеров по количеству выданных сертификатов.